Всем хаюшки, с вами Амбрелла. И сегодня, вы не поверите, у нас последняя серия первой части «Как достать соседа». Вы в это верите? Я не особо. Посмотрите на эту прелесть просто. Мы все сделали на 100%, нам осталась одна несчастная последняя серия. Давайте же скорее ей займемся. Я тут пару раз попробовала сейчас. Вроде все понятно. Но у меня еще до вас не получалось на сотку сделать. Так что я надеюсь, что сейчас получится. Давайте посмотрим, что мы делаем обычно. Мы, в принципе, сначала все собираем. Здесь, я вам хочу сказать, здесь в каждом месте, где мы что-то брали, здесь в каждом месте что-то есть. Обычно то в аптечке чего-то не было, то в комоде. Здесь есть везде что-то интересное. Вы видите эту прекрасную мышечку, крысочку, которая в этой серии появилась. Она будет играть просто шедевральную роль в этой серии. Вы увидите, я специально потом наведу камеру, покажу. Так, собираем пока все здесь, но кроме кухни, потому что он сейчас пойдет на кухню. Мы с вами в это время быстренько проберемся наверх. Где у нас спит, кстати говоря, собачка? Почему мы сейчас пошли наверх? Потому что в этой комнате он сейчас будет проводить очень-очень много времени, хотела сказать по-другому. Но у меня есть стилет-код на заднем плане, пожалуйста, не обращайте внимания. Вот, мы пока здесь все соберем и пока все сделаем, потому что в другое время мы просто не успеем это сделать. Смотрите, берем нашу замечательную мышулю. И используем ее на коробку с медалями. Вот этот идиот в этой серии примеряет медали и шляпу. Короче, он вообразил себя охотником. Давайте покажем ему, что это не так. Что ж. Еще у нас есть охотничий рожок, куда мы кинем надувной шарик. Это будет очень забавно. Все, здесь мы с вами все сделали. И, кстати, в этой серии появился собачий свисток. Теперь, чтобы разозлить собаку, нам не нужно бегать вокруг нее. Это очень удобно, я хочу вам сказать. Вот, так что это нам понадобится. Ну, пока его здесь нет, мы с вами берем оголенный провод из мусорки. Доливаем в полироль для кубков гуталин. Так. Он ушел, да? Он здесь. Прекрасно. Пойдемте вниз, пока он идет к шляпе. Здесь используем так. Смотрите, что сейчас будет. Гениальная просто вещь. Ты идиот, Сеса. Ты просто идиот. Какой из тебя охотник? Его грызет крыса. Это прелестное зрелище. Так, давайте бегом сделаем нерабочее ружье рабочим. Зарядим его, заткнем пробками, чтобы было еще веселее, и побежим совершенно бегом, раскидаем здесь шарики, потому что он успеет успокоиться, пока здесь будет идти. Он пошел дуть в рожок, давайте посмотрим. Я на самом деле не понимаю, что в этом такого больного или обидного, но он бесится, а это хорошо. Значит, смотрите сюда внимательно. Сейчас он идет за полиролем. Он будет идти долго, поэтому я рассыпала здесь шариков, чтобы ему было не так скучно. Конечно же, он падает. У нас с вами третья комбо. Я не думаю, что будет цельная комбо, потому что он сейчас будет долго идти туда, потом долго идти обратно. Подгонять его с собакой я пока не хочу, потому что он будет еще долго на него ругаться и, конечно же, успокоиться. Вот. Давайте спокойно посмотрим, как он выможет себе все кубки, вместо того, чтобы протереть с них пыль. Да, ну тут никак не получилось бы комба, просто вы меня извините. Так. Собственно, почему нам нужен собачий свисток? Сейчас вы все поймете. Какие красивые кубки. Да они стали интересны. Ну что, золото и золото. А так с каким-то рисунком, на самом деле.
В общем, смотрите, он листает обратно полироль. А, здесь осталось у нас две пакости с вами. Ну, кроме ружья, он еще ружье не трогал. А здесь осталось не сделанных две пакости. Это он будет курить здесь и будет слушать граммофон. Для того, чтобы он... нам открылись эти две пакости, нужно, чтобы он это все дело активировал и ушел. Потому что сейчас у нас нет ничего. Смотрите, он идет за трубкой. Он достает коробку с... ну, табакерку достает, короче, коробку с сигарами, там, с табаком. Вот, и открывают граммофон. Что нам надо? Отвлечь его. Потому что по-другому мы с вами ничего тут не сделаем. Добавляем порох в табакерку. И ржавый гвоздь в проигрыватель. И валим отсюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Я чуть туда не ушла. Ё-моё, это мне повезло сейчас, вы видели? В общем, смотрите. Он идет сейчас слушать пластинку с гвоздем и курить. Да, курение убивает. Кто смотрел много моих серий, тот знает, что я уже не первый раз это говорю. Я сама не курю, другим не советую. И мои враги в Tomb Raider тоже об этом узнали. Так что соседушка сегодня тоже узнала. Вот. Тут он начинает курить и бабах, покурил. Так, ну хорош ругаться, давай бегом, иди в подвал, там еще два сюрприза тебя ждет. Мне еще интересно, получится на сотку сразу или нет. Вообще надо было здесь, наверное, шарики рассыпать, да? Хотя, может, он успеет попасть на ток. Давайте молиться, давайте надеяться, давай, сосед, попади в ток, попади в лужу с током, давай, пожалуйста, пожалуйста, да, мы смогли. Есть, мы это сделаем. Ну, давайте посмотрим, получится ли у нас 100%, мне прямо очень дико интересно. Я даже не знаю, что я буду делать, если не получится на 100%. Бах. 13. Блин, 97. Печаль. Я попробую еще раз пройти, если что, вам потом скажу. Короче, перехвалила я серию. Ну, в общем, очень-очень сложно ее пройти на 100%. Но самое главное, я вам показала все пакости в первой своей попытке. Так что сейчас будем делать все по-правильному, по-умному. Конечно, с порядком выполнения пакости я запарилась. Я вам уже много раз говорила, оно очень-очень-очень важную играет роль. Ну, давайте попробуем. Я уже не знаю, мне начинает... побешивать уже немножко. Начинать надо, как я поняла, с полироля. Ждем, пока он его принесет нам сюда. Ой, вали, вали, вали отсюда быстрее. Так, добавляем ему гуталин в полироль. Забираем оголенный провод из затычки. Ну, пробки вообще. И стоим, ждем. Стоп! Чуть не вышло. Была бы большая беда. Ну, пошли. Уже все забегалось. Так, погнали. Итак, запомните, первая пакость у нас с полиролем. То есть добавляем туда гуталин, и первое, что он должен сделать, это вымазать свои губки. Вторая и третья пакости это вот в этой комнатке.
с граммофоном и с табакиркой. Ждем, пока она все активирует. И вот я уже сразу просто сделала нарезочку по пакости. Вот он ругается на граммофон, закрывает, психует и идет успокаивать свои нервы трубкой. Бах. Ну, мы это все уже видели, просто я сделала такую небольшую нарезочку по порядку пакости. Так, мы пока сидим в шкафу, ждем, пока он пройдет вниз. Вот он уже внизу, как быстро, правда? Да. Пока он там бесится, стреляет заряженным ружьем, мы здесь все сделаем. И теперь он в такой же ярости будет идти мимо шариков, и, конечно же, бахнется. Что ж, остается еще три пакости, они все наверху. Пакость номер 1. Крыса номер 2. Точнее, наоборот, они получились, но ничего. То есть сначала его цапнула крыса, потом он понял, что одетая у него шляпа была вымазана клеем. Ну что ж, мои хорошие, я вас поздравляю. У нас получилось это сделать на 100%. Ура! Ура! Мы с вами прошли игру на 100%. Вы можете себе представить? В следующую среду выйдет уже первая серия второй части «Как достать соседа на отдыхе». А на сегодня мы с вами свою работу сделали. И мы получили еще одну статуэтку золотого соседа. Мы сделали все на 100%. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. Обязательно голосуем на стене ВКонтакте за любимые игры. Голосование продлится до 25 сентября, так что поспешите. Вот. А с вами была Umbrella. Всем удачи в играх и всем пока.